Тут все свои. Давайте, друзья, поговорим по душам. Знаете, о чем я думаю? Я думаю вот о чем. 2014 год заканчивается, начинается 2015. И я недавно узнала, что наступающий год будет однозначно лучше, чем предыдущий. По крайней мере, мне так обещали. Что-то будет, будет что-то очень-очень хорошее. А если у нашей феи, как всегда, сломается волшебная палочка, придется делать чудеса самим. Надеюсь, скоро увидимся. С Новым годом!